Всем привет, ребят, с вами снова я, Лиза Шубина. И сегодня мы с вами будем на какой-то весенний макияжик. Поехали. А для начала хочу вам рассказать про небольшую косметику Dior. Сейчас идут скидки там. По-моему, покупала я в Джоффроша. Вот такая вот тональная основа была Dior. Жиденькая, так скажем. Сейчас будем тестировать. Еще такая вот штучка, я не знаю, как это правильно назвать, но это бронзер, наверное, скорее всего. Пакетик, да. Это, то есть, тут смешно, так скажем, и хайлайтер, и этот самый скульптор. Сейчас, погодите, я открою. Да, скорее всего, это вот такой вот бронзер, прикольный. Так, ну что, давайте начнем. Кстати, еще забыла. Смотрите, я купила куртку из Бумджики в Ритуале за 399 рублей. Но мне нравится, это главное. Возьму старый с кончиками, мне пока что поудобнее как-то. А также еще бронзер там еще румяный, не знаю сколько, не так, у нас уже я немного добавлю консилер. Так, консилер я тоже теперь нанесла, мы переходим к бронзеру. Берем такую кисточку. Так, бронзер я тоже нанесла. Сейчас я это все упакую, осторожненько, красивенько. Так, ну я думаю, в принципе, можно добавить немножечко прям хайлайтера. Вот сюда вот. Берем такую кисточку. Так, все. Теперь к самим переходим к теням. Буду эти тенивать, наверное, из этих палеточки. Кстати, палетка крутая, мне нравится. Знаете, очень прикол. Я покупала за 150 рублей. Магазин за все по 150. Реально крутой. Такие цвета разненькие. Крутые, короче, мне нравится очень. Берем нашу кисточку. Ну и, скорее всего, лучше я возьму этот цвет. Фиолетовый, надеюсь, он там видно. Вот. Позже, когда доделаю глаза, уже все буду подстирать и поправлять. Теперь посерединке я беру... Сейчас проверю, как будет лучше смотреться.
Все посмотрим. Ну, вроде, в принципе, все. Сейчас спрут с руки хворостом. В принципе, глаза готовы почти. А сейчас, где тушь? Да, я думаю, какую тушь лучше, черную или фиолетовую? Так, давайте я пока сделаю с вами бровки. Вот, вау! А потом мы выражим, какую тушь брать. Ну, ладно. Пилки, конечно. Вернулась, я подумала, лучше взять фиолетовую тушь. Она мне отсюда. Ну, я не красилась, ну ладно. Это, мне кажется, слишком долго выход, но я сделаю это за кадром и вернусь. Так, ребята, я нарисовала уже реснички. Вот. В принципе, можно считать, что все. Так, кстати, смотрите, какая у меня гигиеническая помадка. Отсюда тоже такая капсула. Такая вот она. Раз она ничего не делает, сразу типа блеск, увлажнение. В принципе, можно считать, что уже все. В принципе, ребята, у меня на этом все. Так что ставьте лайки, кстати, напишите в комментариях, понравился ли вам мой мейк. Это все, поэтому всем пока.